Hola, amigos, всем привет! Сегодня мы с вами вместе переместимся в солнечную Испанию и приготовим потрясающую закуску. Готовить ее мы будем в двух разных маринадах. Для первой нам понадобится соль, а для второй соевый соус, специи и мед. Давайте начинать. Для первого маринада нужно будет высыпать пакет с солью на дно нашей емкости и положить туда кусок мяса. Можно не полный пакет высыпать. Кладем мясо и засыпаем остатки нашего мяса солью, чтобы не было видно самого куска. Теперь оставляем мясо, чтобы соль впитала всю влагу. Через 3 дня мясо должно стать твердым, сухим. А пока что отправляем в холодильник и переходим к следующему маринаду. Сначала выливаем соевый соус в емкость. Добавляем специи. Специи можно взять любые, на ваш вкус, любые травы, все, что хотите. И теперь добавляем еще ложку меда. Это у нас вместо сахара пойдет. У нас же все-таки здоровое питание. Теперь обмакиваем наше мясо в соевой смеси. И перекладываем в другую емкость. Сверху нужно будет положить какой-нибудь груз и отправить тоже на 3 дня в холодильник. Ну что, ребят, вот и прошло 3 дня, наше мясо промариновалось. Давайте посмотрим, что получилось. Вот первый такой хороший кусочек. Сейчас мы его положим на тарелочку пока что. Достаем второй. Соль впитала всю влагу, мясо стало твердой. Мясо тоже стало таким тверденьким, хорошим. Теперь нужно его будет промыть от соли, обсушить и обвалять в специях. Теперь высушенный кусочек мяса нам нужно обмакнуть в специях. Такой сочный, кайфовый получился, смотрите. Так, и со вторым сделать то же самое. Вот такие вот два классных кусочка мяса у нас получилось. Этот мариновался в соли, этот мариновался в соусе соевом. Теперь нам осталось только поместить это все в дегидратор и оставить на 24 часа. А чтобы удобнее они висели, в подарок за отзыв идет вот такой вот наборчик. Крюки, на которые можно будет надеть это мясо и отправить сушиться. И вот мы почти у цели. Мясо насажено на крюки. Теперь открываем дегидратор. Достаем все ненужное. И вешаем мясо на верхнюю решетку. Отлично, первый кусок уже висит, отправляем второй и начинаем готовить. Выставляем время, выставляем градусы, нам нужно 70 градусов 24 часа. Мы нажимаем пуск и процесс пошел. Через 24 часа увидимся. Спустя 24 часа наше мясо приготовилось, и сейчас первый раз мы его достанем, нарежем кусочками, попробуем. В общем, настанет мой любимый этап в приготовлении еды. Все, я нарезал на кусочки. Давайте быстрее пробовать это. Смотрите, как оно выглядит классно. Давайте, быстренько. Ребята, это просто бомба. Это реально очень вкусно. Подожди пока. Давай. Сейчас чуть поем. Я даже не знаю, что про это говорить. Это просто невероятно вкусно и все. Смотрите, оно приготовилось идеальный
идеальное сушение, вяленье. Я не знаю, что это конкретно было. Это просто потрясающе. То, что получилось. Ребята, я вот это домой забираю. Все. Это я еще не пробовал. Ну, вот это точно. Это, то есть, все поняли, да? Специи здесь могут быть совершенно разные. Мы делали наугад, которые были. Я добавил хмели сунели, какую-то приправу для шашлыка, красный перец. И вроде все, получилось идеально. Но немножко остренькое такое. Такое очень вкусное, ребята. Ну, очень вкусно. Просто нет слов, серьезно. 3 дня маринования и 1 день. В общем, 4 дня и мясо готово. Напомню, мясо, которое мы сейчас будем пробовать, мариновалось в соевом соусе. Давайте начинать. Второй кусочек тоже получился очень красивым. Мы его уже нарезали. Давайте попробуем. Смотрите, 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 какое. По ярко выраженности вкуса это немножко поменьше ярко выраженность вкуса. Здесь вкус чувствуется сильнее, но зато здесь такое необычное послевкусие остается после того, как проглотили кусочек. Давайте еще раз попробую. Да, мясо пушка получилось, серьезно. Ребята, я надеюсь, что вы когда-нибудь попробуете приготовить это мясо самостоятельно. И очень надеюсь, что у вас получится вот так же. Вот так же прекрасно, потому что это одно из самых вкусных способов приготовления мяса, которое я когда-либо пробовал. Реально очень вкусно получилось. Советую попробовать оба варианта маринада и выбрать, какой вам нравится больше. Мне нравятся оба, поэтому если я буду готовить это блюдо, то буду готовить двумя кусочками. С вами был Филиппио Поваретти, шеф-повар а.к.а. Филипп Ефименко. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях, хотите ли попробовать вот такое вот блюдо классное. И вообще, как вам наш дегидратор. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Кушаем мясо. На камеру.